Так, как бы мне подзаработать бабла? Раньше работал в полиции, а сейчас остался ни с чем. Бомжую под мостом. Не знаю, что делать. Ладно, нужно поехать, может, к мэру. Нажаловаться ему. То мне даже пенсию не дадут. Субсидий никак не получаю. Одну воду это из океана пью, да и все, и это все наслаждение. Слышь, ты, гондон. Короче, это, мне пенсию не дают, ты что, охренел? Я тебе морду набью, смотри, как я могу. Слушай, парень, успокойся. Не нужна тебе никакая пенсия. Давай тебе, ты будешь выполнять задание, которое я тебе буду говорить. И за их выполнение ты будешь получать бабло. Ну, давай попробуем. Короче, если ты хочешь профессиональную пушку, вообще покажи, что у тебя. Я сейчас рыгну. Чё? Короче, езжай, короче, на моей вот той супер крутой тачке. Вот то? Конечно, слепой, но у меня есть снайпер. Господи. Ну да, да, и хорошо, и шо. И, короче, езжай, короче, это, китаёзом там. Они мне, короче, так и не отдали наркоту. Короче, там, переубивай их нахрен. Этих, их защитника, короче, чтоб они знали, с кем умеют дело. Короче, я тебе нормальное оружие дам. А, хорошо. Семки есть? Блок Сити Ворс фильм. Отстанет меня, дедуля. Сдохни, скотина! Сдохни! Семки он мне не дал. Ай-яй-яй-яй-яй, деда убивают! Ура, я его убил. Полиция, я за вас! Я ж был вашим братаном! Сдохни, скотина! Мощь... Я что, жив? Ничего себе. Сдохни! Да господи, умри уже. Бабло, я люблю бабло, да, люблю. Вообще бомж какой-то, если честно, у меня маловато бабок. Ничего, как-нибудь выживем. Я здесь ни при чем. Да отстаньте от меня. Едем по правилам дорожного движения. Я приостановлюсь, может не обратить. Да что я тебе сделал? Я просто стою. Где тут можно припарковаться? Я ж был это порядочным. Йохан, это шо? Дядя. Ня. Лови гренку. Сам напросился, лошара. Тебе что, клонировали, что ли? Извини, пацик, я тебя не хотел бить. Ой, архитектура прям какая-то. О, а вот и эти дебилы, которые нам нужны. Дедушка. Ну быстро. Ушел, пока я тебе не навредил. С нашей территории. Иначе будет хуже. Да мне насрать на тебя вообще. О,
бабло. Не на тебя глубоко насрать. Сдохни, скотина. Ой, полиция, полиция, не трогайте. Фу на вас. Молодые пошли, сейчас вообще жесть. Сдохни. На. На, тварь. На, тварь. Идите сюда, именем закона. Ты хочешь видеть дедовскую мощь? Сдохни. Да сдохни! Короче, надо идти к этому дебилу и сказать, что он ни хрена не выходит. Где он там вообще? Сейчас позвоним. Алло, привет, придурок, ты где? Я уже прибыл сюда, к тебе, слышал. Тут какой-то нелегал ходит. Ой, еда. Пойду пожру. Ух ты, ё-моё. Какая вкуснятина. На, пюрешка, котлетки, господи. Как я давно не жрал вообще, жесть. А, вот ты где. Привет. Короче, ни хрена не выходит. Еле как там троих гахнуло, ничего не происходит. Говорят, мне копы, типа, по-хорошему уходите, потому... Ну, я не знаю, короче. Ладно, короче. Езжай, короче, это, к моему братану в магазин. Я тебе координаты дам. И, короче, там у него куча, это, короче, можно прикупить себе, что хочешь. Держи тебе немного бабла и, короче, удачи. Спасибо. А где машина? Я это, ее курьеры забрали. Блядь. Я еще никогда не крал. Ну, ладно. Хотя я мог на своем моцике, ну... Я под прикрытием же работаю. Я типа работник этого автобуса. Вообще, что у нас за город? Помню, старые времена все было нормально, а сейчас, блин, какие-то войны начались, блин. И вообще, почему машины не сигнализируют, еще и, блин, не закрытые? Ага, это, кажется, то, куда мне нужно. Угу, где его дружбан? Видимо, никого нет. Сейчас. Ну ладно, я закуплюсь себе, чем надо. А это? Короче, оставлю на кассе бабло. Где вообще касса? А, вон. Короче, сейчас покупаю себе все, что мне надо. О, хорош. О, так-то лучше, хотя бы что-то на голове будет. А то жара, жесть. Ладно, пойду сейчас положу деньги. Так, по-тихому, чтобы все было. Тут положу бабки. Все. Заранее спасибо. Я пошел. Алло. Короче, езжай на пляж. Дело есть. Кто это говорит? Я. УСББ. Не знаю таких. Короче, я сотрудничаю с копами.
Езжай на пляж по-хорошему. Иначе я пошлю своих рейнджеров за тобой. Ладно, ладно, езжай, я уже на пути. О, вот это вроде бы, этот отель China Town. Здесь припаркуюсь. Все хотят меня убить. Зачем, только непонятно. Ну как-то переждать это все дело. О, все. Не трогать меня, у меня оружие. Ой, тихо. У них же оружие есть. Алло, ты где? Я возле старого моста. А, вижу тебя. Здорово. Тебя как зовут хоть? Я Денис. Так что тебе надо от меня, я не понимаю. И откуда ты знаешь мой номер? Ты ж бывший работник. Полиции, да? Ну да. Короче... Ловите его, парни. Что? Пошел в жопу! Черт! Это была засада! Сдохните, скоты! Вот так вам! Зрите дедовскую мощь! Жесть! Да в мозг. Меня отец учил плавать. Там я не забуду его уроки никогда в жизни, которую осталось мне прожить. Еще один куб. Я вроде вышел из узнаваемости. Но на всякий случай его... Я тут... Чё, ты чё бегаешь? Я тут на всякий случай их всех выебу. Узрите, дед... Мужик тут это... Поверил в себя, научился летать. Я тоже так хочу. Блин, куда я попал? Это вообще не сон? Потому что мне так не кажется. Ладно, поеду сейчас к этому братку, который... Да ёп! Что ж происходит-то со мной? Я ж вроде сегодня не бухал. Ладно. Не суть. Поеду сейчас к этому братку, который мне там работу давал. И спрошу вообще, что здесь происходит. Извините, извините, дядюшка, я не хотел. Я и сам уже не первой свежести. Короче, либо ты говоришь, что здесь происходит, либо я тебя урою. Пушку положил. Окей. Короче, тут такое дело. Недавно у нас появились бандиты в городе, и вот, только что на тебя напал. Держи, короче, оружие. И отхлестай его хорошо. И, может, тогда я тебе расскажу все секреты. Иди сюда. Сюда подошел. Сдохни. Ну давай, рассказывай быстро. Короче, вот, у нас поселились эти бандиты, все пошло вверх на голову, и мне пришлось встать на сторону зла, так скажем,
стать не мэром города, а настоящим королем гангстеров. Ты уже не первый мой работник, но ты справляешься лучше всех. Короче, держи вот этот пистолет. Иди убей их главаря. Он чернокожий. Отделяется. Хорошо. Я тебя не подведу, мужик. Чернокожий, говорит. Кажется, я только что его видел. Ага, вот он. Сначала поговорим с ним. Спокойно. Руки вверх. Ты арестован. Алло, я с тобой разговариваю. Дед, положи свой игрушечный пистолет. Ах ты ж! Эй, ты чё на деда там подать? Болит все. Сдохни, скотина. Умри, падла. Да что? Как болит тело. Ладно, сейчас я тебе устрою. Сада. Вот эта тварь. Не, сдохнул наконец-то. Тебе что надо? Теперь вашего говоря больше нет. Я его отпиздил. Красава. Ладно, садись в тачку. Какую тачку? Сзади с тебя стоит настоящий зверь. Да? Охренеть! Садись в этого зверя. И домой. Встретимся завтра. Хорошо. Вот это теперь я богатый. Я не знаю, возможно, это все какая-то подстава по удалению бомжей из города, но в любом случае я уже не особо бомж. Продолжение следует.